38-летняя Ксения Собчак и 64-летняя Ирина Хакамада устроили дебаты на тему «Деньги против мечты». Что главное? Скандальная журналистка заявила, что стала успешной без поддержки влиятельных людей. В битве ораторов жена Константина Богомолова и государственный деятель попытались определить, что важнее в достижении цели – деньги или мечта. Острая на язык Ксения начала батл с едкого замечания в адрес оппонентки. Когда ведущий шоу писатель Сергей Минаев предложил начать дискуссию Хакамаде, та спросила: «А почему я?» Собчак тут же язвительно среагировала: «Могу и я. Я просто привыкла, что старшим нужно уступать». Ирину обидело это замечание. Женский комплимент. «Крутой. Поехала, младшая. Давай вперед», — ответила политик. В своей речи Собчак отстаивала позицию, что деньги играют большую роль в достижении успеха. Мечта навсегда останется мечтой, если у тебя нет денег для ее осуществления. Очень важно вначале заработать первый капитал, потренироваться, чтобы потом ты мог заняться тем бизнесом, который ты бы хотел, — высказалась светская львица. Ксения заявила, что не все люди созданы, чтобы стать великими, поэтому каждый должен реально оценивать свои шансы. Скептики убеждены, что карьера Собчак не сложилась бы столь успешно, если бы не связи и громкая фамилия отца, первого мэра Санкт-Петербурга. Однако журналистка уверяет, что обходится без посторонней помощи. «Я пример человека, который профукал все связи. Лично для меня это всегда было унизительным», — заявила Ксения. Недавно Собчак оказалась в центре скандала из-за неосторожного высказывания. Светская львица упрекнула звезд 40+ за откровенные фотографии в соцсетях. Знаменитости дали ей отпор. Николай Басков и Елена Воробей сделали пародию на эпатажную свадьбу телеведущей и режиссера. Звезда также устроила переполох с серьгами с ликом Иисуса Христа.